Encostou, hein? Nada, África. Надо еще Африку, который дамажить умеет на Африку. А там, да? Пропсурал их больше. Демон, где стрекафлик, чтобы все были? Ну, блин, ты единственный демон, Будремен. Я думаю, что так как ты в демоне никто не даст на данной пачке. Ты он даешь пофиг неплохо. А насколько он профитен в демоне? Это уже другой вопрос. Можно попробовать его не в демоне. Ну давай попробуем один такой флика. Просто Афлик, если дает 12-13к ДПС, то на лосфазе он дает 22-24. Давай, давай попробуем Будрейвен один трай в Африке сделать. Почему нет? Проклятие стихии не забываете вешать? Да не забываю, это не вешать, сука, локов. По-любому вешать. Сова. Совы нет у нас. Садгону в хиле? Понятно. Ага. Так бы висело от кого-то. Санечка, на 30% у босса, после 30% у босса ПС-ку по Будрейвену закидывает. Он в Африке. Окей. Ну что вы там? Осталось последнюю фазу прохилить, и все, и там будет. До последних 10% самый пиздец там начинается. Там вот много меток, и когда он до 100% энергии доходит, никого нельзя ни в коем случае потерять. Надо твои зубы на этот момент оставлять, минус 40% и макс сокру. Давайте паски тикают. Дексиона. Сейчас, где у меня? Вадим, можешь кидать, когда уже будет в конце помогать. Я еще говорю ник, который максимально сильно проседает. Все, Дексиона здесь, все здесь, из того, кто нужен. Рейндж 12, не забудьте. Сейчас мы просто будем верить в наших хилов. С божьей помощью сейвы оставим на потом. А демона не будет, да? Нет, демона как не будет. Ставь потом. Все, все еще раз готовность, чтобы не просрать пул. Петя? Чего не хватает? Вообще не хватает. Блять, я долбоеб. Кому я проебал припод? Мне кому-то припод проебал 100%. Кашка. Угу, через 5 секунд. Закидывай. На элементаля звать. Элементаль же получает урон и стакает ярость. Он метку еще на него скинул. А, да? Ну все. Ну это не да. Знаю, это ничего не дает скил. Ну метку в смысле кровавый танк скинул. Нет? Выбирай. Ну так он по нему уже въебет и отхилится на 4%. Я чего-то не знаю, я ничего не понимаю.
13 секунд. Пока я закинчу. Замка не потеряйте. Не, минус демон, минус куча урона. Ну, давай пробовать все равно. Ну, почти 30 тысяч нету ДПС. Сашка, одевай тепло! Че, все, поехали? Давай падать в пизду. Минус 30 тысяч урона, это такое себе, падать вниз. Типа завтра мы его легко ебанем. Чересчур сильно. Не-не-не, сейчас пойдем. Сейчас убьем. Говорю, проси вообще сделать, убьем. Там меньше урона, так у демона нету, да? Ну, наверное. Да, у нас демона нету, и очень сильно ощутимо. Кастеры прям сильно пострадали. У нас, смотрю, сейчас. А не то, что 13% нету на боссе, а? Ну что, проклятие, да, не было? Нет, я смотрю, я говорю, я уже второй раз замечаю, что нет проклятия стихии у вас. Какой собой у нас нет собой? Бавка проклятия на рейде, проклятие краш-тест, Диксиона проклятие, джанк. Джанк непонятно, что я шел. У него проклятие. Макс, ты слышишь? Гавуй давай, проклятие. Прыгай, Бодрейвен, заново. Нормального нахуй демона. Ставлю рыбу, сразу пуляем. Кушаем рыбку. Так, я перед боссом глобнусь. Привет тебе. Тоже справедливо. Джанг, давай с тебя проклятие будет, потому что ты меньше даешь. Здесь любой урон очень важен. Пусть те, кто больше дают. Давайте тогда с бабкой местами поменяйте, где стояли. Че, Сань, завтра ЦЛК 25-ка будет сам? Не, будем. У меня времени завтра мало, в пятницу пойдем на фул. Думаю, почти на фул закроем. Может, ты на фул. Ты работаешь? Пятницу. Да. Да я и сейчас работаю, видишь как. Да нет, я придумаю, не переживай. В четверг у меня времени мало очень. Да, придумай. Четыре. Хотел плюс чуть приоденем кто-то. Че, четверг ЛВК тогда? Да, четверг ЛВК сходит. А в чем проблема ЛВК на несколько дней сделать? А может лучше завтра Грун Магик сходим? Я тоже ссылаюсь по Магикам. Все равно нужно закрывать этот ИВК тоже. Потом ИВК потом закрою. Ну, ИВК можно позже закрыть. Грул магик-то сильнее усиливает, чем ИВК. Но я бы не сказал бы. ИВК у нас шмотки пылятся все почти. Да какое все, Саня? Вчера шмоток уходил тоже. Да, грул магик это три печеньки, я все сказал. Ну, блядь, там три. Ладно, посмотрим, может быть, грул магик сходим. Давай, да хорошо. Если сейчас проголосуем, то сходим грул магик. Да заходи, Петя. Или как там тебя? Релогаюсь, говорю, сейчас захожу. А, не суркал, сорян. У кого есть припоты на броню? Все кастеры, возьмите припоты на броню. И массово перемажьте. У меня... Все, я готов. Макс, дай мне масло мое. У меня масло сейчас закончится. Намазать тоже. Стоп. А, сейчас, не могу. Нет, сопрот не помогает. Все, мне дали уже, спасибо, масло. Так, все поняли рыбу. Готовность на пол. Все, все готовы, ману восстанавливаю и будем гулять. Паска 12 минут. Должно хватить.
ХП-ску закинем. Анечка скажет, как поиск будет. Хорошо, 12 секунд. Пока для того закинуть просто. Угу. Отлично, первая метка на мелике. Нам первый раз хорошо было, да? Одни мельки. Ну да, когда на мельку пришли, нет брони больше, много лучше. Так, ты ПСК уже закидывал, да? Пропустил момент. Да, да, да. Ты же сказал потенциал. Ну да, да. Пропустил. Идет за другим. Марухи, ты смотри именно на свою ману в первую очередь. По нашей мане не восстанавливай. Через ПТН. Мавар тоже сможет. Иннер. Пока не надо. Ну, собственно, я думаю, если жалоб нет, то лучше пока не суетиться, да? А завтра с утра, там, часиков 9-10 уже кому-нибудь позвонить, да, уточнить. Либо, я не знаю, ладно. Галину, простите. Маша по себе, Инер, залей, Изморский по Мавару. Перевешивай. Не надо, что ей тогда просто. У меня есть чем еще. Сейчас можешь частицу на Войда перевесить. Сань, ПСК есть. Закидим. А мы руки еще закинем. Из мозга, когда уходит. Войд и снорки. Эти две цели должны быть прокиллены. Сейвы пока не тратить не будем. Под конец будем оставлять с вами. Войд, шнурки. Эти две цели прокилим. Ону. Разберешься. Маша, если что, у тебя дубовка есть. Тоже, когда говорю прожаться, прожимается.
Если есть припот на броню, потом, когда будет у босса 30%, выпьешь. Сам поиск. Подожди, дай прилив сил нажму, потом набор. Он у Ивойда плюс нурки, три метки. Похилич. Вадим, отдай соло сокру по Юй. Отдавайся. Сейчас хован там что-то. Нет, минус 50 прожал. Ага, нурки похилич. Отлично, Айрали. Ну, не мешал, соответственно. Следующий раз прожимаем Геру. И будем уже сейвить. Через 13 секунд. Забирай, забирай, забирай. Все зависли? Нет. Блядь, отвис. Отдали Геру. Геру, Геру, Геру. Похвала. Он просил, масса прожми дубовку, темнее все, масса кру отдай. Он, шнурки, эрария, войд. Вот эти метки должны быть обязательно прокилены, шнурки. Измурские, иннер по темнейской. Эрарию прокилите. Ой, сейчас больно прилетит. На Юи. Хват, разминь. На Юи. Топа по хапу отлично нулит. Прожмите припоты те, кто под метками. Мистер Бонд может закидывать... На полу сейчас в ДДшника. Такого нет. Таня, с тебя будут зубы. Пахован танчит. Тычка станет? Да, 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 да. Давай Пахована зубы. Ну, мастер Нинер по себе воет Дим на ману. 20 секунд, 11%. Сейчас на Юи надо стоять. Вот Дим на ХП. Нажми массакру. Пахован. Отдал и капли мод. 8%. Берста. Не хватает, но. Сейчас хуже ты немножко, чем в прошлый раз. Когда тогда у тебя. 55 был ДПС средний. Ну то все равно 30 тысяч, блять. Но завтра он ляжет, как бы там. Ну надо еще попробовать. Я считаю, есть время, надо попробовать. Чего? Давай. Заходим. Сейчас надо подумать, как еще мы можем усилиться. Типа Саурфангу на 23% считайте, урон порежут, и у нас 100% проходной ДПС, значит. Угу. А откуда инфа? Там написано, что у всех боссов будет снижено ХП на 15%, и у Саурфанга дополнительно еще на 8%. Ой, ты же значит 10. Ну, значит, 18% у Саурфанга порежут. Подождите, Войт из Морской не очень хороший ДПС дают. Надо что-то с ними придумать. Ну, кто, там, дает кто еще... там есть на замене? Посмотри, может, 115 тысяч там дает. Может, ДКшник какой-нибудь много дает. Он от силы. От силы. А Женек что? А, Женек с нами. Женек тут. Чмыга есть. Или не, не Чмыга, Враска. Враска вроде неплохо намажил. Или кто-то из них, или нет. Сацуны есть, Сацуны больше вас дает. Ну я не знаю, откуда 30 тысяч сейчас взять. Вообще не представляю. Ну вот, сейчас Сацуна просто же... хуй. Смотри, во-первых, я прорвис. Там момент был, я реально пару секунд просто не бил. Ну, это же не плюс 30 я тысяч. С тобой. Я пару раз сложно нового. Может быть еще кто-то пару раз сложно нового. Ну, сейчас не лучший ДПС был, точно. Ну давай, кто там есть? Давайте. На замене, кто там есть, может больше кто дает. Так, не, ну ШП вот. Обязательно нужен один. Но он меткость дает. Да похуй на меткость, давайте ДПС возьмем. Хорошо, подождите. Как такая... Как такая, такое предложение... три хила попробовать? Или нереально будет вам? Да не, ну не вот, реально. Например, смотри, Сань. Если вот как сейчас метки кидали, это еще реально прохилить. Получается, две... Не так шибко пробивают. Ну, три не так шибко, а две шибко пробивало. То, что реально было прохилить. А когда много ткани, там вообще нереально в трехилах. Давай кое-что попробуем. Давай, давай. Четыре не прохилили.
Давай и попробуем. Я считаю, если 3 в хила, то Герас пула лучше даваться тогда. Не, так зададим Геру, просто мы сейвы оставим под конец. Нет, 3 минуты вот это ты хочешь. Вот это тоже хороший вопрос. Я хочу Сафуна взять. Если смотри, Сань, типа это, метки упадут. Не, может, на если ты поэтому останешься. Реально будет. Если на ткань какую-нибудь, то это пиздец. Две еще прохилит, а три уже тяжело. Может, тоже докера хилит. Может, тоже докера хилит. Бля, что сделать-то? Давай попробуем. Марухич топ по хилу. Погодите, а 8% здоровья это сколько в ХП у него? Я же говорю, мы сейчас не лучший ДПС показали. Давай, Санька, заходи, короче. Машка, давай. Минус Инер? Минус Инер. Пробуем. А, подожди. Не минус Инер. Войд, давай на замену Машка в этого, в Салу. Все, Инер останется. Останем, мы решим проблему с... Ну, минус ДПС. Минус, мы решим добавиться ДПС. Ну, я думаю, что сейчас метка сейчас хуже будет. Многих. Ебанитесь, Маша, Маша в сову прыгнет. Будет меткость. Можно даже Элема сейчас убирать. Но Элема ты вроде неплохо давал. Ленор 17 тысяч. Кто-нибудь больше 17 от фила. Сколько ты дашь ДПСа? Сань, Сацуна, заходи. Подключите, ну я думаю, АТК 250 тысяч. Кого вы на меня хотите поменять? Могу поменять, пока хотим попробовать кое-что. Войда поменяем. Марка в сову прыгнем. Стрим. Саняк, у меня 30 минут. Ну, 30 минут и есть, попробовать. Ну, пару трав точно есть. От сила ты в дихе? Ну, сами есть в дихе. Он в кап. Очень сегодня не хватает Вани. Был бы Ваня. Он не в дихе. В общем, я ему напишу. Давайте фаски разбирать, а майлик определенно его закончились. Будем траить еще час точно. Тоже иди вначале в мелизону, пока первая метка не повесится, дополнительный ДПС будешь бить. Просто бей его мгновенкой, экзорцизмом, там тырить почти не надо до первой метки. Первая метка выйдет в твою метку. Дайте за фласками обмен, ребят. Майлик определенно РДДшные фласки, Сацуне, по-моему, РДДшные. Саня, у меня час времени еще есть. Хорошо, много у кого час. Блядь, где этот говнюк, который РДК с кружкой, с кучаром? А бухой-то у нас хоть успел потратить свое ИП? Нет. О, отсила здесь. Полинор, давай. Давай, Полинор, пока ты тоже на замену.
25% закрыта. Почему? Сова есть. Я уже все продумал. Все, все. Так. Все. My bad. Вспомните от силу. Мне кажется, он больше даст. Плюс добавится плюс один милик, это тоже с одной стороны хорошо. Вероятно, эта метка клинится на миликовую. Саль, ну у меня по 15к было. Я знаю. Смотрел, просто понимаешь, мы тебя заменили по факту ради бахами теми же. И мы добавили ДПС этим. Ну, короче, дай попробуем, что я задумал. Долго объяснять. То есть ты по факту бафал рейд, а мы тебя заменили на сову, которая бафает рейд. И добавили человека, еще одного латника, который дамажит. Надо попробовать, здесь важно... А хилов сколько? 3 сейчас? Сейчас 3, поэтому смотреть будет тяжко. От силы обмен с отслуны. Ласки уже можете выпить, все равно мы больше часа не будем бить, скорее всего. От силы ты в дисе? Плюс они, если в дисе. Отлично. Все, ты анхолик, тупо босса бьешь. Белечки только на трэш развеешь специально, чтобы 13% СПД по всем было. Рыбу кусь-кусь. Все, кушайте рыбу, будем пулять. Припоты все пьют на первой секунде. Не смотрите, проверьте, у каждого масло, чтобы было. Припот обязательно. Действительно, чуть-чуть не хватает буквально. С каждого. Каждый выживет максимум, скорее всего, я. Вот, я в этом трае хуёво много чего сделал. Не топ ДПС свой, но... Так. РДшники раньше держите. Еще одна готовность. Он, Маш, все, все готовы. На первой секунде пьем приплотики. Можете мне еще и дебить. Пока что. Первая метка повесится, а туда свалишь. Саня, ПС-ка есть? Да. Закидываю. Не, нормально, от силы больше, кстати, полино рубьет. У нас сейчас ДПС на 10к больше. Это плюс 2 ДДшника. Зато сейчас хилы охуеют, поэтому готовьтесь пилить. Все, темнеющая, выбегай. Будрейвена, можешь частицу на него вешать.
Аня Мавар с краш-тестом. 12 метров рейндж. Краш-тест. Беги правее немного. Закидывай. Будро его на хильте. Потерять его. Пацаны, отлично. Маша молодец, ДПС подняла тоже. Сейчас откуда выдает. Пацаны, Blood Raven должны быть прохилены. ПСК. Ю-ю. Не знаю, это хорошо или плохо. Кто-нибудь шарит? Это, наверное, плохо, потому что будет дамажить по ним больше, да? Хорошо. Окей, тогда хорошо. Мы еще ни одного сейва не отдали. Это тоже хорошо. Все, ребят, главное не потерять никого. Из Морскинер по Маварухичу. Будрейвена на фул. Быстрее. Хорошо. Сацуна тоже. Сацуна Будрейвена на фул. Оно. Последующий трэш через 10 секунд Гера отдаем. Дали Геру. Все, сейчас будем сейвы отдавать. Первый отдаст Мейлик Соло Сокру. Коля, свои прожимки есть? Да. И свои прожимки отдать. Сосуны поднимите. Сосуны Будрейвена. Хорошо. Мастер Инер по Марухичу и дубовку на змеи. Сань, давай, Вадим. Сейвы. По Коля. Дама, нормально. Дальше будут зубы и массакрат похова от темнейшей. Саня, закастуй гимн на ману пока что. Сосуны поднимите. Ону поднимите, Будрейвена. Ону. Хорошо. Давайте этот раз проживаем, убиваем босса. Ону прохильте. Матку. Сацуне.
Вадим, так, у тебя КД. Темнеющий, дай соло сокру по похвалану. Похвалан прозмить. И масса сокру можешь нажать. Аня, пою и зубы закинь. За МПС-ка, да? Закинь Марухи, что лучше. Блядь, он ренессанса, поднимите. Сосуны, ренессанса. Юнь, Босса. Давайте, давайте. Ренессанса. На Берсан. Да не Берсан. Берсан, да? Да, Берса началась 2%, он берсанул на 2%. Давай еще раз. Чуть совсем не хватило. Тварь. Ну уж, пью 6%, типа, если уже лучше. Не, хорошо, что надо было мне ПС-ку закидывать. Я тебе в самый конец закинул, потому что я не нашел его, потому что все падают, и Ники и Вин. Сань. А вот. Мне кажется, надо с пола давать Геру. Давайте с пола попробуем. Потому что это КДшины все триньки, можем максимально продамажить, а потом от смысла Геры нету. Ну, типа я под Геру... У меня ни тринек нету, ни крыльев. Ну давай так и сделаем. Давай попробуем что-нибудь кушать. Заходите кушать рыбу. Мы попробовали. А посмотрели. Вот вопрос, мы когда Геру сдаем, она же минуту вроде висит. Мы сколько времени под Геру убьем? Она успевает закончиться или нет? 30 секунд она что? А, 40. 45 секунд она, не 40. Санек, у меня время, я ухожу. Блять, не можешь еще один трайдер? Все. Я и так последний выдевал. Так, ну что там, Полинор тогда? Ты сколько бил? Блядь, через минут 30, возможно, зайду. Если прям постараюсь. Если еще бить будете. X-Freak, ты здесь? Мне кажется, X-Freak будет пополезнее. Плюс Милик еще один. Да, давай, играет X-Freak. Вместо Кадамы. Да оставь себе. Смотри, X-Freak'а. Будет тоже по боссу тупо играть. Блин, потно было, очень потно. И мы пизда потели, просто люди. Я следил там за ХП, они просто гуляли туда-сюда, туда-сюда. Ребафните X-Freak'а, Геру будем с пола отдавать. Сейчас. Давайте удачу, скоро приду. Давай. Дайте пол ребаф. Эх, можно было бы так обозвать... Набусить этого босса, типа 2%, если бы нам повезло, серв бы вылетел бы, и кто-то успел бы скрин сделать, нам бы его убили бы просто. Ну, они бы, наверное, посмотрели бы, что до берсы там мало времени. Хер знает. Там, может, не видно было бы по скрину, что берса не берса. Сделал бы тот, у кого ДБ у нет. Что-то не хватает по бафкам. А. То и нету, сейчас дам. Приз хватает. Да нормально, насчет этого не паришься, насчет МП5, Марусь. Что тебя в Вагнера есть. Дело не вынырев, я кольцо куплю. Алкаш. Сейчас минус несколько ДПС будет, да? Почему? А кто у нас ушел? Ушел Кадама, но зашел X-Freak. Он вроде как тоже неплохо дамажит. Ну, просто это анхолик, а анхолики здесь не такие, не особо полезные. Ну, посмотрим, сейчас Стигеру с пула дадим, может, компенсируется это. Нет, компенсируется, ДПС больше будет, точно. Просто кто
чем опасность, мы будем дольше переводить, ну, на той фазе будем дольше бить ее, и силы просто и так отпиревали. Будет, ну, будет, если повезет с метками, то нормально, я думаю, будет. Все, готовность на пол. Чего не хватает из мозга? Кинь сацуны обмен тогда, быстрее. Только. Без ничто я смысла нет. На 90% дебол. Блять, был бы у нас мучик какой-нибудь, вот это было бы охуенно. Денег Качин пропал, нам бы верить выбирать. А если Скары спиздит там с мобов перед гневом, 8% баф на урон? Он пока работает, написал. Не был. Так, стоп, ребят, а может быть слетаем в этот, в Элвинский лес? Там же сейчас ярмарка новолуния, и баф на дамаг получим все на 2 часа. А потом всем рейдом нахуй в кермач улетим. Да какой баф? Это игровая ситуация, за это такой игровая. Никогда не банили. Никогда. Да, чего вы взяли, что это банят? Давай сгоняем, сколько процентов дают? Это ж как духи, вот-то помните, были на 14-е, духи тоже. Я не уверен, там написано то ли 10, то ли 1-10. Там суть в том, что, скорее всего, этот баф будет просто спадать, когда ты в рейд будешь заходить, и все. Мы на классике всегда ворлд баф эти бафали. Ну и духи, помните, духи тоже стакались. Духи работали, все духи, которые работали. Почему мы не. Ну, нам не хватает не так много. Почему мы не можем воспользоваться любой возможностью? Погоди, а вот тут благословение Луны было, оно же работает, типа, если заюзать сейчас вот эту хуйню. Они же сезонные, скорее всего. Ну, у меня типа игрушка есть на благословение Луны. Она сейчас работает, эта игрушка. На тыкне? Ну, она в банке, там далеко за ней бежать. Еще рез надо. Скорее всего, там будет там какой-нибудь лунный фестиваль. Так, готовимся. Санек, я не слышно. Ну, пиздец. Бэл даю. Гера, конечно. Не слышно. Бля, я микрофон выключал, кричал на ваших неделе лишний. Говорю, бан за такое можно получить. Зачем вы хотите бан получить? За то, что они предлагали. Какой бан? Это нормальная ситуация. Ты вообще себе почитай правила, Паш, потом. Я говорю, можно такой бан получить. Все, потом. Там все на усмотрение администрации. Захотят забанить, забанятся. Считать ничего. Я просто, а если бы я случайно шел. Давайте, ну давайте бить! Хватит. Зачем? Вы будете это переводить сейчас тратить на это время? Давайте бить просто, ребят. Говорю, бан за это можно получить, все. На этом. На Сирусе. Хотите бан получить? Получит весь рейд бан за это. Тогда создадим новый аккаунт и пойдем на X5. Сань, ПСК есть. Подожди, нам прилив сил. Ну, да. Хотя даже под мощь тайной магии, я скажу. Угу. Хотя вот Серик не дает больше полимара. А давай, Сань. Блять. Не мне? Локу кинул. Ох. Ладно, кинул. Демона нашего. Ой, ладно, мучик. А почему не по Диксио не кидать? Топ ДПС босса. Я поманил, смог быть проще. Профить не могу. Саня под боссами больше дамажит. Ладно. Не, ну чего можно и Диксио не... Не-не-не, профить не могу. Х.
хапа. Первая метка хороша. У моего хиллбота крыша поехала. Yes, Сань, поездка. Закинь. Понял. Можешь свести снова наверх. Марухи, чего маска за Ленина? Маску просил. Попухал на пол. Мама, Машу. Машу просил. Быстрее. Хорошо. Снова Машу попухапу тоже. Две метки пока попухапа, малар. О, блядь. Пиздец. Перевешивай частицу на малара. Ну, больше будет прибывать. Саня, если есть приход на защиту, уже пей. Нету. Коля, есть свои сейвы? Да. Ты первая, да, свои сейвы. Саня, поиск. Стой, закину. Сацуны, закинь по Юи соло с игру. Нет. Машу прохил. Нет, окей. Сейчас я дальше я минус 50 прожимаю. Mm-hmm. Соло с игру ставьте. Давай. Следующий Юи Маш... отдадите. Он сам прогнется. Самовара прохил, папа хапа. Маша, нажми дубовку. Сейчас четвертая метка. Сити, отлично. Коля, в прозимке отдал, да? Да. Темнее сейчас у тебя будет масса сакра. И Вадим, с тебя слово сакра. Кому? По Юи, когда скажут. Марухичу Инер, сразу Маша, как откатится из морским, можешь тоже залить. Саня, пока можешь Диму на ману запеть. Пока я теперь, пока не сильно пробивает. О, ну прохильте. Быстрее, Машу. Хити. Нажимай массакру темнее сейчас.
Закидывай зубы, Санечка, по Юи. По пахлавану готовьте сейф. Я нет. 10 секунд. По пахлавану сейф. Все, берсать через 3 секунды 5%. Ну все. Ну вот просто пищуна не хватает. 103 тысячи урона залетело. Тут надо так состав менять, то есть, ну, просто так мы не выжмем. Ну, ДПС ханта, наверное, не хватило сейчас. Вот, ханта типа 3% сейчас потеряли. Ну, плюс, да нет, один. Сейчас будем бить. 4 будем, сейчас будем еще бить, не есть время. Дичь, иди, иди. Кому в Канаду, это иди. Сейчас придумаем. Давай, Юи, Юи, X-Freak 11, Полинор столько же дает. Полинор, давай обратно. Влеет место... Место X-Freak. Кстати, все-таки, мне кажется, в самом начале нужно было давать, чтобы меньше меток было. Тогда проще было. Да, так и сделаем. Вы давайте Геру прям сразу, когда запулили, а не через 5 секунд. Я говорил, да, дать просто у меня этот, микрофон залочен был, мне позвонили там по работе срочно. Да нет, там просто хуёво запулили. Типа, да и хуёво запулили, ну да. Он сорвался, босс, и может вот этого ДПС не хватило. Оф, чтобы это масло не капало. На 3 минуты отойду, надо крутиться. Да, отойдите 3 минуты, перекурите 3 минуты буквально. Я тоже пойду в туалет, скажу. Вот, блин, чутка не хватает. Ну, цитики выйдут завтра, нет? Не знаю, ничего не писали. Обычно же пишет. Что типа вендор с нонцетами. Прото 10, что, по-моему, написали, он просто взял и вышел. Прото 10? Да. По-моему, вроде писали. Ребят, я один момент забыл. У нас есть еще один маг. Топ хайп. Влад, ты здесь? Влад, топ хайп. Заходи, если ты здесь. Полинор обратно пойдешь на замену. Он и бурсты вальнет нормально, и дамажик тоже может. Он в дике, в общем. Он не в дике. Разве топ-хайп не писал? По-моему, он маг писал, что он с гильдии уходит в Дискорде. Нет, это афромаг был. А что он уходит? Это афромаг был. Че, ему не нравится с нами играть? Че, на тряпку бросил, что ли, метка? Но... Так, и так тряпка сейчас. Слышишь, Полина, Саня? А? Говорю, Саня, что ты ставишь сову с 9К, если у тебя Полинор реально 12? Смотри, потому что я убрал приста, минус меткость, поэтому и поставил сову. Еще благодаря сове? РДДшники что, не добирают себе меткость? Я еще ее и поставил из-за того, что у нее есть иннер. Это второй момент, почему я поставил. То есть нужны иннеры по Маручу.
Ну сейчас можно реально попробовать сдать зин. Надо быть РДД, чтобы не набирать себе самому 17%, чтобы без проблем. Ну это... Ты идешь в рейд 25 человек, где стабильно есть сова или ШП. Также, Макс, подожди 5 секунд. Машка дает еще 2% всем котам там и так далее. Тоже много. Короче. Просто, бля, я не вижу смысла. 9к ДПС точно. Нет, я с тобой здесь соглашусь. Но... Какой-нибудь, да. Типа, такого, блядь, хуй знает. Кто, блядь, нормально прям даст. Блядь, нету нихуя таких. А у нас кто? Что за лим дамажащий был? Полинор? Он уже в рейде. Он и есть. Но он нормально для Элема дает. На Йоме много бьет, да. Ну давай попробуем. Просто минус один инер. Давай сюда. Пусть заходит. Заходите все. Ставьте ка. Саня, она отошла опять. А скоро вернется? Ну, полчаса, наверное. Ну, 20 минут точно. Войд, давай ты тогда попробуем. Тобой. Заходи. Войд, ты тут? Угу. Заходи тогда. Блять, пичуна, не хоть его. 2% сыпь оставили. Вот как раз ДПС, который 9 на 11 поменять. 2. Бля, ребят, Жириновский умер, нахуй. Какой ты ДПС? Чего? А вот по новостям сейчас говорят, нахуй. По неполной. Посмотреть. Ну, либо пиздёшь, либо по телевизору пиздят. В Госдуме, минуту молчания даже делали. И там объявляли эту информацию. То, что вряд ли фейк. Все, я пошел бухать. Я... Все, блядь, надо идти это. Чего? Бухнуть. Да там понятно было то, что он уже в коме был. В баньку с мальчиками пойду, пацаны. Все, я так там... а что, ты там мага этого ставишь, не? Долго. Ну я ищу и написал ему, нет, сейчас попробую еще набрать. Если получится его вернуть, то вместо Войда возьмем.